Нагадаю, уряд невдовзі вперше звітуватиме перед парламентом. Кабмін представлятиме проміжні підсумки своєї роботи, а в опозиції вже дали свою оцінку. В опозиційній платформі «За життя» роботу Кабміну вважають незадовільною. На самом деле, с учетом того, какую программу действий мы видели на первом этапе, когда назначалось правительство, видно, что это было полкило макулатуры, без всяких конкретных цифр, какими-то просто яркими лозунгами, ничего не имеющего общего с действительностью. И мне кажется, что такой же и отчет будет. Будут очередные лозунги, какие-то призывы из серии «догоним и перегоним». Но реально анализа той катастрофы, которая произошла, ее не будет. А самое главное, они просто не понимают, что с этим делать. Поэтому наша позиция одна. Это правительство не способно справиться с экономическими проблемами. Оно должно уйти в отставку.